Добрый день! Меня зовут Ирина Грохотова. Я сотрудница регионального центра президентской библиотеки Государственной библиотеки Югры. И сегодня в домашней уютной обстановке перед телевизором я бы хотела вкратце ознакомить вас с сайтом президентской библиотеки и продолжить еженедельную рубрику «Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Страницы истории». Перед вами официальный сайт президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Фонд формируется по четырем основным коллекциям: «Российский народ», «Территория России», «Русский язык» и «Государственная власть». Не выходя из дома, вы можете посетить виртуальные выставки, виртуальный тур по зданию президентской библиотеки, экскурсия по этому же зданию, виртуальный тур по музею «А музы не молчали». Также вы можете ознакомиться с аудиовизуальными документами: «Святейший Синод», «Русский флот у берегов Америки», «Лаврентьевская летопись» и многое другое. Представляю вашему вниманию историко-этнографический очерк «Багулы Манси», который написал Остроумов Иван Григорьевич. Данное издание вы найдете в уникальной коллекции «Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Страницы истории». Выход издания датирован 1904 годом. Книга состоит из предисловия автора, трех частей и приложений. В первой части – история вагул и статистика их. Автор рассматривает вопрос о родстве вагул с венграми и остяками. Во второй части – основной тип вагул, образ их жизни и религиозные воззрения. Подробно описаны особенности внешнего вида и характера вагулов Манси, их жилищных условий, пищи, уклада жизни и вероисповедания. Третья часть «Современные вагулы» посвящена актуальному для того времени состоянию вагульского населения. Дорогие друзья, книга – это настоящая находка для тех, кто интересуется историей этого удивительного народа. Читайте и будьте счастливы! Thank you.